И еще о деньгах. Почти 3 миллиона рублей выиграл в лотерее директор драмтеатра имени Пушкина Петр Аникин. Он рассказал, что покупает лотерейные билеты пару раз в месяц на протяжении нескольких лет. Раньше выигрывал, так сказать, по мелочи, максимум 8 тысяч рублей. И вот теперь стал миллионером. Лотерейный билет за 180 рублей принес Петру Анатольевичу 2 миллиона 753 964 рубля, если быть точным. Однако денег пока он не видел, их пообещали выдать в ноябре. Выигрышную сумму директор театра Пушкина потратит на погашение автокредита и на семью. 5 из 36 есть такая игра. Наугад заполняю, получится, не получится, там по мелочи выигрываешь. Очередной раз пришел, заполнил, проверил и выиграл. Ну, конечно, удивился. Я думаю, что один раз бывает, потому что, ну, это будет перебор, наверное, мне кажется.